Всех приветствую. Сегодня на ремонте электробритва Philips Series 1000. Серия 1000. Такая вот электробритва. В общем, предыстория следующая. У человека две бритвы. Одна Philips, другая Бердск. Philips вот этот вот, он заряжается вот такого вот зарядного устройства. А Бердск заряжается напрямую от 220 вольт. Ну так вот, он перепутал все это дело. За место вот этого блока питания подключил 220 вольт сюда. Бритва не подает никаких признаков жизни. На кнопочку включения не реагирует. Давайте займемся ее ремонтом. Для разборки нам понадобится открутить три саморезика. Один здесь. Два вот здесь. Там саморезики под звездочку, но откручивается, там есть прорези под простую отверточку. Откручиваем эти три саморезика и разбираем. После откручивания снимаем вот эту вот голову. Далее вот здесь вот отщелкиваем две половинки. Одну половинку, вторую. Отщелкивается легко, две половинки разбираем. После того, как извлекли из корпуса, отщелкиваем вот эти вот 6 защелок, снимаем вот эту защитную крышечку. Крышечка с резиночкой, чтобы не попала туда влага. Разобрал бритву, замерил напряжение. Здесь вот минус, здесь плюс. Напряжение показывает 0,12 вольта, то есть батарея севшая в ноль практически. Решил зарядить батарею. Зарядил, нажимаю на кнопочку, моргает вот так вот, а бритва не запускается. То есть хоть так просто нажать, хоть подержать, запуска бритвы нет. Начал проверять все элементы, все проверил, все целое, кроме вот этого диодика. На диодике было А6 написано, он был в пластмассовом корпусе, я поставил в стеклянном корпусе, потому что пластмассового я не нашел такого маленького. Установил вот такой вот диодик. Бывают некоторые бритвы, которые после просадки батареи уходят в защиту, и чтобы эту защиту снять, нужно отпаять батарею, опять по новой припаять, тогда не запускается. Ну, в данном случае батарея полностью заряжена, отпаял, припаял, после припайки он моргает опять вот так же вот, но запуска нет. Взял родное зарядное, которое с ним идет. Подключил зарядник. Показывает, что идет зарядка. Отключаем от зарядника. И вуаля, пожалуйста, бритва работает. То есть ей нужно было определить зарядное. Видимо, что-то там где-то включается и разрешает запуск уже самой бритвы. Вот такой вот небольшой ремонтик. После того, как собрали, проверяем на работоспособность еще раз. Все работает. Пробуем заряжать. Включаем зарядное. Идет зарядочка. На этом ремонт данной электробритвы завершен. Если будут какие-то вопросы, задавайте ниже в комментариях. Постараюсь на всех ответить. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.